Надо звать. Дорогой Алексей, с днем рождения, не грустите. Небо своим дождем поздравляет вас, гром и молния говорят о ваших грядущих. Да, на день рождения вот это было. Небо в подарок. Гром, молния и обильный дождь. Но он первый и последний. Мы стараемся учиться у вас. Есть у вас ученики, пусть и так много, вот именно. Но очень вам благодарны. Потихоньку выращивают сады много лет. Эти деревья будут кланяться вам с благодарностью и уважением. Нина Тарчукова. Я записала вас синодик поминальный. Я еще рано поминаю. На каждой службе я поминаю вас со всей семьей. Я пою в церкви, вы дарили мне кости. Вы думаете, я помню? А ведь все-таки, посмотрите, когда-то я подарил косточки, да? Не помню ничего. Вот это мое любимое занятие – дарить. Не грустите, дорогой, мы любим вас. А это было не просто это все-таки день рождения, она написала мне письмо, Кира. Вот, с днем рождения, с весны 22 года, спасибо. Я резала на кольцо и зря, только действительно калечила. Теперь мой сад из коллег, живу в Абакане. Вот еще одна наша стала, видите? Мой сад из коллег. Вот это письмо я аж заплакал, когда прочитал. Вот. С днем народжения витаю, долгих продуктивных лет на благо людства. Радость – это счастье кожного дня землячий. Вы сейчас опять слезы у меня уже на глазах. Спасибо, Виктор. Держите шуфтам, ради Бога. Знали бы, что я не доживу. Не то, что один месяц, наверное, несколько лет не доживу, только узнав, что творится на Украине. Вот. Я ответил так. Дякую, землячий. Читаю ваше письмо и плачу. Резали меня без наркоза. Не плакал. А боль за ревную Украину не проходит. Пробачьте нас за все. С днем рождения вас и не грустите. Свой вклад вы уже внесли в историю. Хоть и слава у нас в России приходит потом. Благодаря вашим роликам 2013 года просмотрел агротехнику. Но самое главное, вы дали надежду, что в Сибири можно свободно вырасти абрикосы. У меня растут абрикосы. Это Омск, Амур, Королевский, Левицкого. Ну, это уж явно мои. Также и корни собственные, как ваши, так и... Я убрал одну фамилию, человек не хочет светиться. И сказал, не вспоминайте мою фамилию. Нет, нет. Вот. Ну, как ваши, так и... Все плодоносят, и с каждым годом рожают все больше. Корни собственные вполне приличные. Корни собственные вполне приличные. Медовый латинков очень сладкий, даже слащавый. Так что ваши труды не пропадут даром. Огромное спасибо. Спасибо, что вы Латинкова не забыли. Надо его как можно чаще вспоминать. Вот. Ой, ладно, а то я точно заплачу. Вот. Елена Санна, человек наблюдательный. И вот она наблюдала на мою голову. Вот теперь я должен это самое высказать свою версию. Почему? Чуть ли не осенью. Зацвела яблоня. Ну, гляжу я, гляжу. Был бы я студентом, чтоб мне поставили бы. Ну, во-первых, я вижу, что листья вот эти на рядом с цветами светлее. Значит, они моложе, чем остальное дерево. Я вижу, что, наверное, так. Был перепад температуры ли, засуха, и за ней дожди, потом стала засуха. Это стимулирует дерево почувствовать себя на границе гибели. Вот эти природные катаклизмы. Они особенно сильны в Сибири. А это Красноярск, это не шутки. Вот. И тогда, в середине лета, перепуганное дерево, я подчеркиваю, это термин не научный. Вот. Есть термин, когда мы калечим дерево, и они в середине лета начинают далеко плодоносить. Это мы калечим. Но Елена Александровна калечит, не калечила. Второй термин, я считаю его жизненным, именно испуг. То есть мы не калечили, но природа поставила дерево на грань гибели. Караул, засуха. Ну, это Красноярск, Черногорск, где это, Шушинский район, это почти одно и то же. Там дожди, там засуха, тут засуха. У нас в последние годы все сравнялось, и морозы сравнялись. И вот получается следующее. Дерево испугалось вот этих катаклизмов и взяло из дуру
Зацвело, хотя шансов у этого дерева нет, никаких шансов у него нет. Я имею в виду именно вот эта ветка. Вот. Вот так я отвечаю. С испугу благодаря климатическим особенностям. То ли жара, потом холод, потом жара, потом холод, или засуха, дожди, засуха, дожди. Это с перепугу.